Всем пламенный привет! А сегодня мы такая дружная семья. В 7 утра встали. А Элизу садик отвели. Кстати, прекрасно она сегодня у нас пошла, но с утра что-то хныкала. То ли не выспалась, то ли что, не знаю. Ну, в общем, она сегодня у нас была без настроения. Настю в школу отправили. Мужа на работу отправили. Сели с мамой лепить пельмени. Пельмени налепили, покушали, пообедали. И легли все дружненько поспать. И вот я уже сейчас проснулась, Настя. Сейчас придет со школы. Элиза в садике, мама еще немножко отдыхает. Я проснулась, привела себя в порядок. У нас на улице сегодня так тепло. Блин, опять надо кофту почистить. Смотрите, все собирает, так бесит. А мне она так идет. Что-то у меня горло, вчера холодной воды попила. И слышу, горло прям так это, порядком хрипит. И вот так, что вот мама отдыхает у нас. На улице у нас мокрый снег, у нас потепление. Обещают даже, да, плюс 1 градуса. Вот так что посмотрим. Весна, уже чувствуется запах весны, уже такой запах талого снега. Уже хочется тепла, но единственное, но нету солнца. Вот это вот обидно, досадно. Но, как говорится, ладно, еще сегодня у нас, нам с Валерой надо съездить в МФЦ. Кое-какие вопросы, да, там забрать документы. В общем, не знаю, как что получится. Надеюсь, то, что мы сегодня успеем это сделать. Так-то МФЦ у нас работает до 8 часов вечера. И вот сейчас написали то, что еще детский садик вроде как закрывается на карантин. Но вот за Элизой пойду, уже точно все узнаю. Будет закрываться на карантин или нет, потому что у нас очень много заболевших, прям очень-очень много. И именно болеют дети, да, вот как говорит. Ну, насколько я слышала, я не знаю точно. Если честно, и знать не хочу, но омикрон якобы он не проникает дальше в легкие. Вот как этот омикрон, фиг его знает. Настя, пока у них там тишина, какие-то школы здесь закрылись на карантин. А у Насти еще пока вот нет. Пока учимся, да. Но смотрю, тоже вот в классе некоторые заболели. Не знаю, как что будет, так что будем смотреть, наблюдать. По мне бы идеально лучше бы выйти на карантин. Не таскать эту заразу ни домой, никуда. Потому что, вот как в прошлый раз, помните, я тоже так же была только за. Все ругались, а я была за, чтобы мы сидели на карантине. Ну, потому что у нас начальная школа, поэтому, да, у кого, кто постарше, естественно, им сложнее. Возможно, не знаю. Но мне лучше, чтобы, конечно, детки не болели, как говорится. А розочка-то, смотрите, у меня пустила росточек. Посмотрим. Там тоже вроде как пускает вон такое. Посмотрим, как что будет. Ну, не знаю, приживется, не приживется. Это такая большая роза красная. Не знаю, как будет. Хризантемы. Тьфу-тьфу-тьфу. Хорошо, хоть сейчас стали набирать какой-то цвет, более насыщенный стал. Солнце было тепленькое, вот они все. Еще плюс ко всему я подкармливала этим гуми. Так они вон как хорошо хоть стали на цветы похожи. Здесь денежное дерево, не знаю, прижилось, не прижилось. Хочется посмотреть. Но вот это как-то слабенько, а вот это вот не хочу трогать. Потому что я до этого, он у меня как бы падал. Ничего не было. Посмотрим. Пришла Настя со школы. Сейчас мы ей сварим вареников. А то я пельмени. Ну, пельмени с картошкой мы так называем. Пельмени с картошкой, с салом. Вот они подмерзли, надо будет сейчас в мешочек их положить. Вкусненькие, нежненькие, но что-то маловато. Наверное, мы, пожалуй, еще с мамой, да? Четыре руки у нас вообще быстро получается. Раз. Ну, за сколько мы? За полчаса, за 20 минут? Нет. Ну, пока... Ну, налепили, я имею в виду. Да, за полчаса-то налепили. Да. Нет, за 20 минут налепили. Да. Все равно четыре руки-то как вместе. Раз. Чем один, когда сидишь? У мамы-то много рук, у меня только мои две. Когда вот эти придут, так потом исправлять приходится. Дополнительные. Да, Настя? Какой на улице кайф просто вообще.
Так тепло. Валера тут еще вон плиточку очистил. Так даже ходить хорошо. Уже все, скорее бы весна. Скорее бы весна. Сейчас Валера подъедет и быстренько меня закинет. Все капает, с крыши все сбросилось. Там опять у нас там домик опять весь в этом снегу. Опять скоро крышу. Вот стою без шапки вообще. Кайфная погода. Сейчас заберем Элизу и заедем в магазин, конечно же. Как мы сможем тебя забрать? Айда, заходи. Нету, да? Да. Здравствуйте. Что ты хочешь? Рыбку посмотрим. Вот такие вот. Будешь? А вот такие вот фиолетовые вон, да. Кальмары. Кальмара? Кальмара, это да? Валер, возьми. Кукува. Мам, кальмар это кукува, кочи, филя, самида. Игра в кальмара, что ли, ты помнишь? Да. Нифига себе. Вот так. Кукува пускали. Пойдем. Пойдем. Что еще ты мне говоришь? Бургер. Бургер это такие. А это чупа-чупс? Нет, мармеладки, да? Бургер. Ага, две штуки. Вот, тихонько. Давай скорее. Ты такую взяла кока-колу? Да. Давай мы в другом. А почему она здесь у вас? Нет. Она дорогая, наверное, здесь-то. Мы просто можем в другом магазине купить? Нет. Рублей. Ладно, оставьте, бог с ним. Все? Да. Вон часики такие не надо, вон. Внизу вон часики. Такие вот. Надо? Розовые? Да. Две? Да. Да, две. Угу. Про сестренку не забыть. Ага. Одинаковые? Да. И мензелинскую одну. Мензелинскую. Полторушку маленькую? Полторушку. Она только полторушку подает. А, мензелинской нету. Я с ключом, извиняюсь. Да, нету. Вот да, не могла. А как она тебе делала это? Вот рассказывать бабуле жалуется на одну девочку. Да, вот так делала. Руки мяла. Сильно, да. Ну так и тебе вцепилась двумя руками. А еще на ногу наступала, да, тебе? Да, она просто хотела, наверное, познакомиться с тобой. Познакомиться хотела. Вот такой вот красота. Да. Я думаю, это думала мама там. Нет, это она. Ну, а мне вообще девочка сказала, вот с расческой это, она... Это я. Да, а мне рассказывала, что а это девочка с расческой. Это поп-ит она нарисовала. А вот следующий там еще, видишь? Что мальчик. А тут-то рука у нее. В общем, молодец. День прошел насыщенно. И сегодня вы не спали, что ли, в садике? Говорит. Я... Или ты просто не спала? Элиза. Ты спала в садике сегодня? Нет. А другие детки спали? Нет. Посмотри на меня. Ну ты маму так долго не видела. Нету. Говорит, даже сегодня не плакала, да? У меня нету сил. Узнала просто этот, кто до 27 января не ходил в садик. Тех уже не пустят, да. А наш это будет. Ну так же через день будет. Вот сейчас сказали, болеют дети, болеют. Вот коронавирусом этим омикроном. Угу. Через день как ходила, так и будет. Угу. Ни соплей, ничего нету, посмотрим. Настя ходит в школу, и Лиза будет в садик ходить. Послезавтра пойдешь в садик. Нет, послезавтра пойдет. Ой, я говорю, мы так скучали, тебя не было.
Так скучали, говорю, так скучно было дома без тебя. Она тоже сразу первая. А бабуля еще не уехала? Да. Да. Бабуля не уехала. Так скучали, говорю. Свершилось. Валера сейчас решил переделать. В общем, заколебался с этой лампочкой. Мне не хватает света на кухне. И Валера говорит, давай я сделаю. И вот, да, конкретно поменял здесь провода все медные. Почему перегорает, почему все это происходит? Потому что здесь вот ерунда, а не провода. Алюмишка, что ли? Походу. Алюминиевые, ну. Непонятно, помесь кого. А сейчас медные ты ставишь, сейчас, да? Сейчас абдеповские, которые прошли огонь и воду. Медные трубы, да? Да, хорошее место выбрал. Удобненько тебе, да? Да, я спинка раз. Да, вообще, молодец. А чего? Ну, конечно, что. Зима, холодно, гаража нет, куда деваться, да? Да. Ну, это точно. И поэтому у нас тут вот так вот сейчас только работают пока точки. Да, я тут готовлю суп. Мама начистила рыбу на фоне ДНК. Сейчас пожарю рыбку, приготовлю суп и сделаем печеньки, наверное, да? Да. А вареники... Сейчас так. А вареники, наверное, завтра сделаем, да? Я еще картошки начистила. Да. Завтра сделаем. У Насти температура. Элиза завтра в садик не пойдет. Настя... Послезавтра Элиза в садик, а Настя, наверное, школу не поведем, раз температура. Нафиг надо, сегодня с класса, говорит, там это с температурой забрали, поэтому... Вот, поэтому у нас тут с мамой такой вот романтичный свет. Романтический вечер. Да, романтический. Начинаем готовить печеньки, точнее, мама будет мне показывать. Так, мне надо стаканчик еще сухой, Валер. Там где-то сверху. Открой шкаф, у нее где-то там был. Это, да, оттуда дай-ка бокальчик. В общем, вот. Нужно яйца, это я сейчас вот уберу. Туда, два яйца, да? Два яйца надо. Два яйца, кефир, йогурт, сода, мука, сахар, масло подсолнечное. Вот что ты, два яйца разбиваешь. Сахар сейчас мы. Сколько? Ну, все рассыпала. Три. Сколько? Сейчас вот 150 грамм, как раз вот этот бокальчик, наверное. Нет, поменьше будет. Поменьше. Вот сколько. Угу. Сахару сюда посыпали, значит. Ну все, нету температуры, Настя. Так, сахар мы положим туда. Ты просто устала, утром вставала и сейчас устала. А, да, очень рано встала. Ага, и сразу вот так, да? Да, это замести все, вот это вылечить, яйца соединить. А йогурту тоже грамм 150, чтобы грамм 100, вот так вот надо. Угу. Йогурту или кефиру, что есть. Угу. Молоко не подойдет, да? Нет. Угу. Надо, чтобы пышность оно вот это вот давало. Угу. Вот в этой кислоты нету. Угу. Ну, печенье-то вкусное получилось. Еще какое? Нет, мало ты, мне кажется, налила. Достаточно. Вот. Ага, без горки. И замешиваем, и замешиваем. А? Ну, взбивать не надо, я так поняла. Просто замешиваешь и все, да? Все, замешиваешь, ничего взбивать не надо. Угу. Сразу сюда. Ну, пускай ложки 4 растительного масла. Угу. Раз. Два. Три. И 4. 4. Суп сейчас приготовили, рыбку приготовили, покушали. Уже испекем. И уже завтра ничего делать не надо будет. Если да? Мама опять... А, нет, мы вареники с тобой вареники решили. Вареники будем, картошка там, да. Ну, это мы заморашиваем, заморозку пойдет. Но. Если мама опять что-нибудь не придумает, дочери... Ой, что-то мама очень много придумывает. Там уже холодильник бедный, скоро не вместится.
Ну ладно, ты-то заморозку уже придумала. Ну это заморозку, конечно. Да. Это пока я тут вас уже побалую. Да нет, мы-то так же готовим. Просто, ну вот первое, второе и так да, что-то. Нет, ну чтобы вдвоем-то быстрее. Вдвоем быстрее то, что да, хорошо. А я без дела не могу. Да. Че, одну? Нет. Сколько? Да, Густав, ты такой тесто должен быть. Сейчас. Полкило надо. Полкило. Можно. Только там. Где? Три. Ладно, только звук выключай. Пока три положила. Да. Нет, просто мне надо это понимать. Сейчас будем делать, сейчас бабуля замесит. Ну и все получается, да, сюда? Да, все. Мука сейчас вот если сколько тут не хватит, добавлю, все, все дела. А что будешь добавлять? А? Йогурт? А еще дай-ка ванилин или сахар. А, точно, это мы забыли. Я топать буду. Сейчас бабуля сначала замесит, потом мама уберет. Ну ладно, ты пока смотри. Здесь хватит? Хватит. Конечно. Это сахар у тебя или ванилин? Это ванилин. Молоко наведали. А? Еще наведаем молоко. Молоко? Да. Ну нет. В рецепте говорит, что молоко. Мы йогурт добавили. Нормально? Мы йогурт добавили. Вкусненько, чтобы было. Нормально? Нет, молоко надо было. А ты что вся расправленная? Кефир, надо было кефир. Да. А у нас кефира нет. Дома не было, мы еще вкусненько. Ты больше ничего не добавляла сейчас? Ничего. Это все пока ты замешиваешь. Еще пока ничего. Угу. Сейчас чуть-чуть только муки. А ты что, прическу свою такую красивую сняла, Элиза? Не хочу, я хочу другую прическу. Вот здесь хвостик. Я ей вчера делала прическу. Два хвостика и сзади один. Она сегодня с утра. Мам, сделай мне такую же прическу, чтобы все дети офигели. Вот мы сняли, опять хотим. Ну ладно, уж завтра тогда, да? Сделаем-то. А, дома будешь ходить с такой прической. Ну кто муку-то пробует? Это же тесто не... Тесто попробуй. Вкусное, нет? Вот его, оно сладенькое должно быть. Попробуй. Тесто можно, оно сладкое. Тесто сладенькое, вот попробуй. Невкусное. Невкусно. Ага, мука так вкусная. А тесто правильно. Ну, если она хлеб любит, конечно, мука вкусная. Ой, но ой, это же, Элиза, не этот. Не детская свинюка. Ну, вот кто молодец. Это? Ну, кто это свинюкает тут мне? Помощница. Да, это еще такое у нас помощница. Еще такая помощница. Дегустатор. Так, ты что, муку добавила? Сколько ты муки добавила? Половинку еще. Крошечку, да. Ага. Чтобы вымесить, это тут это жидковато совсем. Да, да, да. Ну, не видел, как... У меня формочки есть, мы раскатаем, потом формочки всякие, да? Да, я сделаю формочки. Звездочки. Да чё? А пластмассовые формочки вообще, по-моему, у вас в игрушках лежат. Конечно, им тоже для кухни нужны. Да. Сейчас иду в игрушек. Посмотри, пожалуйста, там да. Там есть даже машинка такая. Нет, машинка. У тебя шейка болит? Нет. Вот так поворачивается шейка? А в другую сторону? В другую... Больно? На 180 вот что-то разворачивается. На 180. На 360 вернее. Мама, там светло в комнате. Насть! Сколько сказала, там... А ты фонарик... А, ты не достанешь. Сейчас скажу. Настя! Такой объем у тебя. Поднимись с Элизой на второй этаж, включи свет. Да, включи свет. Вот, тесто готово. Ага. Ну, как пельменное. Да? Как пельменное да, тесто. Да. Угу. Сейчас я тоже формочки посмотрю. Так, это примерно сколько? Пол сантиметра, да, ты делаешь? Да, так, наверное, да. Угу. Они поднимутся. Миллиметров 5. Так, ножик еще надо делать. Еще будет ножик. Элиза, ты будешь делать?
печеньки. Настенька, а ты? И ты будешь делать? Ну, так, давайте, идемте, делайте. А ты тоже рюмочкой будешь делать? Я буду рюмочкой, только я буду. Вот, мам, покажи ей. Давай покажу, как делать. Смотри. Вот так вот берешь. Вот. Опа! Ой, подожди, еще сахар не насыпали. Ага. Синий сделали, мали. А, оставь ей. Эту, бог с ним. Вот сюда сразу на противень ложи. Все, эта печенька готова у тебя. Она и так сладенькая будет. Да. Сейчас бабуля вот так. Конечно, сейчас сахарком. Сахарок закатаю его сюда. Чтобы он не высыпался. Ну, чтобы вкусненькие, сладенькие были сверху печеньки. Вот. Давай. Все. Нет, надо сильно давить. Вот так вот. И крути вот крути так. Крути вот так чуть-чуть. Все. Вот, все, вытаскивай. Готово. Мало. Какая красивая. Ой, как. Ну, ты уж не облизывай пока. Давай дальше. Вот сюда. Давай нет, вот нет, сюда. Нет, она сейчас так наделает, что потом... Куда нет, ты ей вот так вот половина. Подожди. А то потом... Оно же с сахаром. Что с ним делать-то? Я знаю. Вот так вот. Половинку отрезать, чтобы, и все. Потому что такое печенье получится таким образом. Вот, получилось, молодец. Это их печеньки, они сами и будут кушать. Да. Ладно, Настя, отдыхай. Ты в прошлый раз ты делала, а в этот раз Элиза делает. Вот сюда надо, вот так вот. Ну, она тоже хочет одну кругленькую сделать. Давай, сильнее, еще раз надави. И крути. Вот так. Вот, молодец. О! Подожди-ка. Вот. Настя, да, попробуй. Нет. Сейчас Настя просто попробует. Нет. А дальше ты вот здесь. Нет, я хочу. А ты дальше сама будешь делать. Не кричи. Вот. Все, молодцы. Надо... Нет, надо сильней. О, как здорово, у тебя ровненькие получаются. Нравится тебе готовить? Теперь вот сюда ставь. Вот. Пон. Все. Все. Ого, как быстро у тебя получается. Сколько уже ты печенек сделала? Сюда 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 печенек, молодец. Давай, вот, подожди, я сейчас так тебе переверну. Так. Сейчас вот здесь. Да. Вот, молодец. Эй, подожди, давай еще разок поставь сюда же. Давай. Сильнее надавить. Нет, стоп. Надо сначала надавить, а потом крутить. Дай-ка мне туда, я вот что накидаю. Вот, вытаскивай. Кстати, не по ломникам. Нормально, молодец. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Точно 8. Значит, мы одну тогда не досчитались. Да, фигура. Да, давай. Все. Ты тут не ровненько, ну, да? Потому что там уже все запуска. Неровно. Сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9! Офигеть! Так еще. Нет. Ну, она, да, она так и считает. Вот, а это получается половинка, да? Как луна. Вот такая вот. Да, как луна. Как луна. Полумесяц. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
10! Целых 10 печенек ты сделала, представляешь? Да. А это можно вот это съесть. Нет, не надо есть. Вот, делай вот так рюмочку. У тебя получатся разные фигурки. Не подумай только сахар свой. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну давай сначала. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Куда? 6, куда? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одну за две. И 18. Да. И победила бабу. Я только бабу победила. Так, все, поставили в духовку на 180 градусов. 15 минут, мама, да, мам? Да. Вот, вот. Да, Элиза, пока тесто поела, печеньки тесто сделала. Теперь вот ждет. Моторику развивает. Настя пьет витамин С, С. Вот первая партия печенек готова, но надо поменьше соды, наверное, пол ложечки, да? Пол ложечки. Половин, да. Да, самый самолет будет. В тот раз показалось мало, в этот раз кажется лишнего, да, значит, надо пол ложечки. Элиза, будешь печеньку своей собственного приготовить? Она тесто наелась, конечно. Чай налить, мам? Нет, я все уже сыта. Там еще вторые. Вторые поставила.